Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с вами, вместе с подписчиками мы будем жрать. Вот именно, жрать, потому что за нашими спинами находится огромнейшая пицца. И как вы можете заметить, сегодня нас шестеро, настоящая банда хулиганов. Хулиганы Майнкрафта решают все на этой планете. Ой, кого здесь только нет? Мия, Нечто, Никичья, Аляша, Константин Петрович, Мустр, все. А сейчас это прятки. Если кто-то не понял, это прятки на большой кухне. И давайте сделаем так. Кто успеет сказать чур не я, я не ищу никого, чур не я. Чур не я. А, подождите, кто в чат? Чур не я! Кто? А, Никич! Самый большой лошпедик. А, Никич, нажимай сюда. Никич, извини, в этот раз ты. А мы нажимаем Хайдер. Все остальные нажимайте на Хайдера, чтобы спрятаться. А, так, Никич ищет! Никич ищет, что прячемся! Да кто умер? Аляша, как ты умер? А что здесь делать надо? Что произошло? Прятаться, нужно прятаться. Я просто как бы шел и все. Монстр, как ты сдох? А что вы делаете, дебилоиды? Извиняюсь, такое выражение. На пол нельзя. А, на пол нельзя. На пол. А, вот оно что, нельзя на пол. Ага, я понял. Там было написано про пол, но я же не на пол прыгала. Извините, это первый раунд, мы пока ни черта еще не понимаем, мы полчаса только что разбирались, как нам начать игру, но ничего страшного. Пока Никич, а кто, подождите, все уже ищут. Аляша и Мустер, что вы делаете прямо сейчас? Вы ищете, да? Ищу. То есть 3 на 3 прямо сейчас. Я ищу безопасный выход из этого. То есть на пол нельзя? На пол, я не знаю. Там было написано. Так, подождите, тихо. Это прятки в гигантской пицце. Если ты прямо сейчас поставишь лайкусик, мы наберем 25 тысяч лайков. Константина Петровича уже нашли. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, если подпишешься на канал прямо сейчас и нажмешь на колокольчик, я обещаю то, что выйдет продолжение. Потому что мне уже нравится. Никто сначала не понял, Аляша вообще сиганул на пол, а потом Мустер за ним сиганул, а все сдохли просто. Полчаса запускали вообще сервер, запускали игру. Хайдерс, подождите, а почему я получил свой фаерворкс? То есть я получил то, что меня спалили специально, если я его запустил. Чё? Зачем я салют юзанул? Нам экстренно нужно было прекратить этот раунд, мы сейчас все перезапустим, потому что тут проблема. Вот на самом деле я уже часто шутил то, что у нас было такое, что чья-то мама врывалась в комнату кому-то, и краски вот сейчас действительно вот такое произошло. Костя не может записывать ролик. Костя, ну скажи маме, ну пожалуйста, 5-7 минут максимум, сейчас мы еще 2 раунда запишем и все. Костя, можешь, скажи, пожалуйста? Ты пятерку в школе получишь, Костя, скажи, пожалуйста. Можешь, Костя? Давай еще... Костя, давай еще. Костя, давай еще один раунд, Костя, пожалуйста. Костян! Нельзя! Что будут? Будут все же. Будут ремнем тебя лупить, Костян. Ну давай. Ладно. Батя, дай ему деньги. А, Костя, тогда до следующего раза. Костя, давай в следующий раз тогда. До свидания. Я его кикнул. Милый Костя. Так, подождите, в смысле, я Хайдер. А, все, запустилась игра, подождите, я что-то не понял. Второй раунд. Мия. Не трогай меня. Мия, иди сюда, да я как бы не ищу, все нормально, подождите. Ага. Я в ту же точку пойду, где я прятался в прошлый раз. Нет. Я извиняюсь, то, что нам нужно было перезапустить этот раунд, но просто действительно мама ворвалась Костянчику в комнату из бати, так и сразу ремнем с двух сторон. Все нормально. В смысле, что такое, Мия? Ну, Мия! Мия, ты что? Она на пол упала. Мия, как ты сдохла, дуримонда? Ладно, походу я один тогда получается, да? Можно вопрос? Вопрос, давай, задавай. Я упал. Можно координаты, пожалуйста? Как ты меня нашел сразу? Кто нашел? Никич меня нашел! Никич, красавчик вообще мой. В прошлом раунде вы меня искали до самой последней секунды, не нашли. Жопы. Ладно, давайте, как мы прячемся в этом раунде? Алло, какой Хайдер, в смысле? Я хочу. Так, хорошо, я хочу быть сикером. Все, давайте, все в Хайдеры, я буду сикером.
О, нет, это плохо закончится, я уверен. Да, все будет нормально, я постараюсь найти. Я просто на пол упаду, и все, Костя извиняется перед нами. Костя извиняется, то что, пацаны, простите, так получилось, моя мама сумасшедшая, нельзя так про маму отзываться, он, если что, в Дискорде пишет на моем втором экране. Да все нормально, Мия, успокойся. У нас какие-то наркоманские серии начали получаться в последнее время. Ладно. Ты что, серьезно? Да, я серьезно, Аляша, серьезно. Жалко, конечно, пацана, жалко Константина Петровича, но... Пацан к успеху шел. Да. Но не дошел. Но не дошел. Так, ладно. У меня есть 5 минут, чтобы найти кого-то хотя бы. Если я найду, я биг молодец. Если я не найду, значит я биг лохшпед. Посмотрим, что у нас получится в этой серии. Но я пока вообще никого не могу найти в этом лабиринте. Это временно. Это временно. В каком? Какому? Меня найдешь быстро, я просто не успел спрятаться. Я тебя видела. Кого ты видишь? Так, нет, пока что никого вообще не вижу. У меня есть предположение, где могут быть никто. Не знаю, вообще не знаю, где кто может быть. Ладно. Пи-пи-пи. Я вангую то, что первого я спалю... Себя. Никого. Пока что... Я дом-то твой сейчас спалю. Так. Так все будет нормально. Опа! В смысле, что за дичь? Почему я отлетел на 10 метров? Что такое? А там такая фигня есть, типа плита, которая тебя откидывает. Чё происходит? Чё происходит? Эрисон, уйди, уйди, уйди. Мия, ты тоже уйдешь. Здорово, Никич! Мия, сюда беги. Куда бегу? Алло, вы что там от меня прячете, заразы? Никич, давай, помогай, я не знаю, где они. Мы дома. Вы дома. Ну, ты тоже к нам сюда. Если бы я знала, где вы. Да блин, мы прям вот. Ага. Мы тебе махаем. Махаем. Вы махаете. А я не махаю, потому что я не знаю, где вы. Я очень близко или что? Да, вообще. Вообще. Я на сейчас пробежал, короче. Да, 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 обманщики, сранщики, конечно, конечно. Уйди, 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 пожалуйста, нет. Пожалуйста. Да, 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 да. Ага, да, 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 конечно, конечно. Реально кукуха поехала? У меня кукуха поехала? Ну ты серьезно меня не видишь? Кто там? Здорово. А-а-а, где вы, сволочи? Так ты же меня заметил. Кого я заметил? Меня не заметил? Если бы я тебя заметил, как бы уже бы на тебя заметил бы, и все, и ты бы стал бы уже... Ты дурак? А-а-а, как я отлетел? Уйди, уйди! Оля! А-а-а, я сдох! Я лошпед, Петрович, конечно. А ты типа меня ударил, а я что-то не исчез. Да, сейчас, подожди, подожди. Да помогайте, давайте, алло, засранчики. Я был рядом с Мией, мысленно. Мысленно. Как это мысленно? А? Да мы там это прятались от тебя. Тихо. Это было вообще... Я не знаю, я вообще, честно, не знаю, где монстры, где Мия. Давайте ищите, у нас 50 секунд осталось жопы. Жопа. Сам жопа. Алло, кто умер опять? Никич. Никич лошпед вообще. А-а-а! Ладно, я не знаю, я сомневаюсь в том, что мы сможем всех найти на самом деле. Я не знаю, пацаны, у нас 27 секунд осталось. Да все, мы уже прекрасно. Не сейчас Никич. Оптимизм, вот это оптимизм, конечно, у тебя. Ладно. Опа, я здесь еще не был. Да опять кто-то сдох! Никич. 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 Нет, зачем я? Никич вместо того, чтобы кого-то искать, Никич просто сдыхает. Все, что он делает, Никич. Ладно. Потрясно, потрясно. Где вы были, задницы? Я тебе так скажу, ты мимо меня 3 раза пробежал. Монстр, ты здесь был? Подожди, где, где, где? Подожди, а Мия, ты где была? Ладно, ладно. Чёрния! Короче, он. Ты не была хикером, иди ищи. Да, Мия, ты не была хикером. Мия, да, ты не была, давай, иди ты. Мия, твоя очередь. Блин, она Мия, давай, 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 монстр, заходи. Мия, заходи. Ну давай, ну пожертвуй, пожертвуй. Так, все, пацаны, давайте, давайте, быстро, 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 быстро. А, Мия, где ты была в прошлом раунде? Я не скажу.
Да ты скажи. Ой, не, вот я на месте, я дурак. Ты дурак. А, что это? В смысле? Я не знаю, честно, где кто был, вообще не имею ни малейшего понятия. Я скажу так, ты прошел... Я прошел мимо тебя? Очень рядом, ты поднимался. Ты... Вот тут самое, ты, короче, когда... Когда искал, ты вот на этом унитазе был, я просто... Как громко, подождите. Короче, мне кажется, это должен быть последний раунд. Мия у нас очень большая задротка, кто не знает. Я, по крайней мере, надеюсь, что она нас не сможет найти. Она уже нашла монстр, по крайней мере. Знаешь, в чем прикол? Я два раза уходила от центра, и меня два раза ты вышла назад. Чё ты сказала, Мия? Чё ты, Мия, только что сказала слово на букву Б? Я ля сказала. Ля, ну ладно, мне послышалось. Аляша сказал, ладно. Две девушки, хотел сказать бабы, но не бабы, извиняюсь. Две девушки. У нас одна баба. В смысле одна баба? Две бабы. А, да-да, баба Аляша, ладно. Понял шутку, понял. Ну ладно. Это твои проблемы, Аляша, то, что ты обидел. Пи-п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 и. 240 секунд. Фаерворк, кто запустит фаерворк, что дебил? А нет, тот молодец на самом деле. Сейчас он ты дебил вообще то. Ну запускай фаерворк тогда. Так. Боже мой. Ля, отличная ночка. Мне здесь нормально, мне здесь нормально. Я стою, жду. Чё? Сейчас скажу, что... Алло! Ты как меня... Никиш, ты жив? Ты сволочь-то такая! А где он был? В раковине. В раковине я был. А ты чё, мылся? Да, немножечко я мылся. Так, ладно, ладно. Это печально. Давай, Мустер, ты туда. Я не знаю, где эти жопы могут быть. Кто? В смысле? Где был Никич? Я шо, один остался? Да, ты один остался. Блин, короче, я не знаю, кто ты был. Твоя да, кого-то сейчас просто кругами бегал. От своих. Эп, здесь никого нет. Хорошая нычка, вот здесь хорошая нычка. Где? Да не скажу. Где Аляша? Там есть белое. Белое? Опа, кто запустил фаерворк? А, пошел в жопу. Я не знаю, кто это, но пошел в жопу. Нет, отстань. Опа! Где он был? Он бежал! Он просто бежал. А почему я убежал? Потому что ты прям возле меня был. Слушайте, это отличная карта. Я скажу то, что если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, мы обещаем то, что запустим, выпустим следующую серию уже, по крайней мере, с Константином. Я надеюсь, что в следующей серии Костянчика по жопе мама ремнем не отшмагает. Спасибо всем за просмотр. Не-не-не-не, хватит, хватит. Еще один будет тогда, если мы наберем много лайков, обещаю. Поэтому ставьте лайкусики. Подписывайтесь на канал, сразу выйдет новая серия. Всем удачи, всем пока.